Источник жизни. Вода высшей категории. На каждый день. Надежные и доступные погрузчики «Джак». Прямые поставки от производителя в Уфу. Еврокара Плюс. Эксклюзивный дистрибьютор концерна «Джак» в России. Телефон 290-87-20. Всем привет! С вами снова проект «За порогом». Этим выпуском нашего проекта мы начинаем целый цикл передач о путешествиях по самым красивым и интересным местам Южного Урала и не только. Нас часто спрашивают, куда можно поехать на выходные или даже в отпуск, сколько это будет стоить, где можно переночевать, чем питаться. Смотрите «За порогом», и вы узнаете ответ на все эти вопросы. Маршрут нашей сегодняшней поездки мы озвучим чуть позже, это уже стало небольшой традицией. Одним словом, поехали! Наконец-то выбрались из городских пробок, из суеты на Белорецкую трассу. И теперь можно сказать пару слов о предстоящем путешествии. Для того, чтобы не гонять зазря машину за 400 километров только в один конец, мы решили провести попутно небольшой тест-драйв. Для этого в автосалоне Art Motors, официальном представителе Hyundai, нам предоставили вот этот достаточно роскошный Hyundai Tucson 2015 года. Полноприводный кроссовер с двухлитровым бензиновым двигателем и классической автоматической коробкой передач. Как позже меня поправили в компании, правильнее все-таки говорить Hyundai, что значит современность. Но нам, русским, живущим в Башкирии, на первый раз простительно. Ладно, хоть Тусан правильно выговорил. Кстати, наименование марки связано с названием города в Северной Америке, которое в переводе с языка местных индейцев означает «весна у подножия Черной горы». Лучшего названия для нашего маршрута и не придумаешь. После села Архангельского равнина заканчивается, и дорога ныряет в горы. В общем, состояние трассы Уфа-НЗР не самое плохое. Периодически попадаются участки дороги, разбитые после зимы, но они непродолжительные и немногочисленные. Чуть не доезжая поворота на Межгорье, открывается вид на красивую скальную вершину, где очень часто любят фотографироваться все проезжие. Собственно, мы тоже не исключение. Называется эта гора Дунян-Суйган, что переводится с башкирского как «жеребца зарезали». То, зачем и когда его зарезал, мы не знаем. Может быть, кушать очень хотели. После села НЗР дорога становится немножечко хуже, больше разбитых участков, и так вплоть до Серменева. Кстати, о Серменево. Именно здесь мы должны уйти с Белорецкой трассы, повернуть направо по указателю на Старую Субхангулову. Проезжая мимо села Кага, рекомендую остановиться ненадолго и испить святой водички из источника Сожелка. Вода этого источника не просто прозрачна и приятна на вкус, а о ее целебных свойствах здесь даже ходят легенды. Эта легенда гласит, что однажды на Кагу обрушилась страшная засуха. Пересохли все источники, ручьи и колодцы. Вместе с засухой пришла страшная неведомая болезнь. Люди умирали внезапно, целыми семьями. Никто не мог помочь и объяснить, что происходит. Тогда собрались оставшиеся жители села на сход под набат церковного колокола. Горячо молились они, прося у Бога прощения и помощи. И вдруг из склона горы забил источник с чистейшей и вкусной водой. Стали люди пить воду из этого источника, окроплять ею свои жилища и скот. И с этого дня в селе от неведомой болезни не умерло ни одного человека. Дали тогда люди в знак благодарности обет Богу и всем погибшим каждый год в этот день приходить к святому источнику, служить молебен Богу и поминать всех умерших. Этот день теперь так и называется – обещанный. Вот мы и добрались до границ интересующего нас района. Я часто называю этот район родиной башкирских брендов. Ведь что в первую очередь приходит нам в голову, когда мы говорим о Башкирии? Это, конечно же, Белая река, пещера Шульганташ, дикий бортевой мед и древний эпос Урал-Батыр. И все это мы можем найти на территории Бурзянского района. Каждая гора, скала или ручей, буквально каждый камень бурзянской земли овеяны сказаниями и легендами. Глядя на подробную карту района, поражаешься обилию географических объектов, названия которых встречаются в древних эпосах. Гора Масим, хутор Таравал, деревня Акбулат, река Шульган. Все эти названия не раз упоминаются в героических сказаниях. И как тут не удержаться от соблазна побывать на земле могучих батыров, добрых и злых ханов, сказочных чудовищ и вполне реальных предков башкир бурзянского рода.
Вот мы почти на месте, в деревне Миндигулово. Одометр показывает 370 километров от Уфы, а до Капы остается ровно 25. Но это завтра, а сегодня мы будем отдыхать. Переночуем на турбазе наших старых друзей из турфирмы Капова Тур. За дружеским вечерним чаепитием мы услышали легенду, которая стала своеобразным путеводителем по будущему маршруту. События эти происходили вообще в 11 веке. Жил в то время у нас Масим хан. Этим же именем, то есть названа у нас самая высокая гора в Бурзянском районе. Однажды он отправляет караваном своих сыновей и дочерей куда-то в казахской степи. И в пути вот этот караван разметал какой-то неведомый зверь. После этого Масим хан объявляет свою волю о том, что кто поймает и убьет этого зверя, он отдает пол свое царство в придачу свою дочь. Значит, все беи племен, все главы племен одновременно выходят на охоту на этого зверя, выходят на охоту у бей кипчакского племени Бабсакбей и бей тогда неведомого племени Каракулумбет. Через некоторое время Бабсакбей находит этого зверя, убивает его, отрезает ему правое ухо и идет показывать его Масим хану. Этот зверь оказался львом. Через некоторое время на этого мертвого льва натыкается Каракулумбет. Каракулумбет, и от большой досады, что не он первым обнаружил этого зверя, отрезает ему левое ухо тоже, и тоже как бы это бескровное ухо идет показывать Масим хану. Ну, когда Бабсакбей подходит к ставке Масим хана, там уже вовсе идут приготовления к празднику. То есть на самом деле Каракулумбет успел впереди, чем Бабсакбей, показал ему левое ухо, и как бы Масим хан выполняет свою волю и отдает свою дочь за Каракулумбета. Увидев, что происходит в ставке Масим хана, Бабсакбей, потрясая этим огромным окровавленным ухом, начинает доказывать свою правду. И во время этой перепалки Каракулумбет убивает из лука Бабсакбея. По тем обычаям, то есть человека нужно было хоронить там, где он погиб, похоронили его, и над таким влиятельным, над ханом племени нужно было возвести большой-большой курган. Для возведения кургана Каракулумбет запрещает давать землю, и то есть эту землю возили, таскали из земель и кипчакских, то есть за 100 километров от места нахождения, то есть вот этой могилы. Возвели большой-большой курган, и со всеми почестями похоронили они своего вождя. Ну, Каракулумбет становится зятем самого Масим хана, собирает большое войско и идет войной на землю кипчакскую, полностью порабощает все племя кипчакское. И как бы он увидел молодую жену убитого Бабсакбея, вдову, ее звали Ямиля. Взял он ее в жены, и через 9 месяцев родился сын, которого прозвали Кусакбеем. Мальчик рос он очень таким развитым ребенком, и однажды, когда они играли около ставки Масим хана, мимо проходила одна старушка. Она подзывает к себе Кусакбея и говорит: «А знаешь ли ты, что твой настоящий отец совсем другой человек?» И учит его, как нужно узнать эту правду. Кусакбей приходит домой и велит матери зажарить курмас. Курмас – это на самом деле жареное зерно. Зерно жарили и в таком виде, как семечки ели. Мать зажаривает курмас, и Кусакбей говорит: «Мама, подай мне курмас своими руками». Мать зачерпывает горячий курмас и подает сыну. И в это время Кусакбей зажимает руку матери и как бы начинает допытывать свою правду, кто его настоящий отец. Мама не выдерживает от боли и сознается, что его настоящий отец на самом деле Бабсакбей, который похоронен там-то, там-то. В этот же день Кусакбей собирает свои вещи и уходит в свое племя. Племя его встречает как своего вождя. Когда он становится уже возмужалым, он собирает свое большое кипчакское войско и идет на землю Каракулумбетовскую. Полностью вырезает все племя. И когда войско возвращалось обратно домой, они
по стогам сена нашли одного маленького ребенка. И в это время как бы его тоже хотели убить. И тогда Кусякбей говорит: не убивайте его, пусть останется хоть одна живая душа. То есть слово «бурзян» в переводе с башкирского означает «одна живая душа». То есть этого ребенка пошел род бурзянский. Ловит он это каракулумбета, сажает его на черную корову задом наперед и везде его показывает поселением. Значит, в деревне Байназарова, приводит в деревню Байназарова, поднимает его на высокую гору, ставит большой казан и зажаривает он своего отчима в этом большом казане. После этого эта гора получает название Курал-Дутал, то есть гора жареная. Вот на этом заканчивается вся легенда. Спасибо. Достаточно жуткая, но содержательная история. Мы проезжали сегодня как раз курган Бабсакбея. Это действительно оригинальный курган или уже насыпали там для туристов? Нет, это оригинальный курган на самом деле. То есть там проводились раскопки, как бы брались химические анализы земли. То есть земля на самом деле насыпанная, привезенная из другой местности. То есть все это доказано. Наслушавшись красивых легенд, нам захотелось самим побывать в этих местах, где происходили события. И сегодня мы попробуем подняться на гору Масим. Кроме того, что это высшая точка Бурзянского района, это еще и самый южный тысячник Урала. Погода, конечно, не совсем располагает к такого рода путешествиям, но вот, слава богу, сотрудники заповедника Шульганташ согласились помочь нам со снегоходной заброской. Ну, на то она и погода, с ней не договоришься, давайте попробуем. Путь от деревни Гадельгареева, или как его называют местные жители Шульганова, где находится центральная усадьба заповедника Шульганташ, до горы Масим, не близкий, почти 20 километров. По хорошо пробитой снегоходной тропе это расстояние можно пройти за час, но после мощнейших снегопадов, обрушившихся на юг Башкирии в конце зимы, задача серьезно осложнилась. Здесь еще царит зима. Сами видите, что природа вытворяет. Не только молодой березняк сгибает в дугу, но и огромные взрослые березы просто ломает, как щепки. Я не перестаю поражаться тому, как наши проводники Газинур и Абдразак управляются со снегоходами. Это что-то немыслимое. Настоящие джигиты. У меня такое ощущение, что на снегоходах ездили не только они с самого рождения, а их отцы, деды и прадеды. Надо повнимательнее изучить легенды. Может быть, там тоже что-то сказано про снегоходы. Несмотря на сильную метель, при отсутствии видимости, ни разу не пользуясь ни компасом, ни навигатором, по каким-то одним им понятным ориентирам, наши проводники все-таки вывезли нас на поляну на западном склоне легендарной горы, где когда-то стояли кочевья их предков. Поляна у самого подножия горы Масим. Вероятно, именно здесь находилась ставка Масимхана и разворачивались все события, описанные в легенде. Сейчас здесь как-то неуютно. Холодный, промозглый, пронизывающий ветер. А картинка напоминает трафарную съемку. Еще полчаса поисков проезда к вершине сквозь хаос бурелома. И вот мы на вершине самого южного уральского тысячника, что невольно вызывает улыбку. Слово «южный» в такую погоду звучит как откровенное издевательство. Кстати, высота скального выхода, который местные называют «Кызларташ», то есть «девичий камень», 1040 метров. В начале 90-х годов прошлого века, когда между Уфой и Старо-Субхангулово еще было регулярное авиасообщение, на Масиме потерпел крушение пассажирский самолет Ан-2. К счастью, тогда обошлось без жертв, а куски обшивки и детали самолета можно до сих пор обнаружить на склонах горы. Я видел их собственными глазами буквально пару лет назад. Честно говоря, когда мы двигались по этим лесным джунглям, я не испытывал особого оптимизма по поводу того, что нам все-таки удастся сюда попасть. Но благодаря мастерству наших джигитов мы на горе Масим. Это вершина бурзянского мира. На всяких фотографиях ее очень легко опознать по вот этой вот старой железной лестнице. А пару лет назад здесь смонтировали новую лестницу к приезду какого-то высокопоставленного гостя из не помню какой южной страны. Подниматься по ней намного удобней. Гость из жаркой страны приезжал сюда, понятное дело, летом. А вот хотел бы я посмотреть на него, окажись он тут сейчас, жаркой уральской весной.
В наше время никто уже не добывает огонь с помощью трения. И даже такой, казалось бы, традиционный атрибут туристской жизни, как костер, все реже используют для приготовления пищи. Новый век, новые технологии немного улучшили аскетичный быт туристов. И сегодня мы поговорим о газовом оборудовании. Да, давайте поговорим о газовом оборудовании. Вот эта вот горелка называется JetBell. Здесь находится все. И горелка, и кастрюлька, и газовый баллон. Вот, давайте попробуем закипятить воду. И по ходу я буду рассказывать. То есть не нужно с собой носить отдельно кастрюльки, отдельно газовые баллоны. Здесь все собирается, комплектуется все в одном месте. Так. Хитрая кастрюлька. Вот у нее сделано, видно здесь, для ветрозащиты и распределения пламени. А это неопреновая штучка. Очень удобно брать руками горячую. Вот, наливай воду. 0,5-0,8. Наливаем, да, литр воды. Да, наливаем литр воды. Вот это вот так вот ставится. Закрывается. Время пошло. Вот. А я пока буду рассказывать. Удобно тем, что это все жестко фиксируется. Можно, грубо говоря, поднять, вскипятить на коленке, вскипятить в каких-нибудь таких условиях. Не знаю, в машине, например, там вышел, быстренько вскипятил воды. А из кипятка уже можно приготовить там полно вариантов приготовления пищи от доширака до кофе. Один мужичок для эксперимента попробовал дома. Налил литр кипятка сюда и литр кипятка в электрический чайник, 2-киловаттный чайник. Говорит, потом прибежал на следующий день такими глазами, говорит, закипело одновременно. Вот это классная штука. Есть вот тут специально есть дырочка сверху. К ней есть так называемый кофе-пресс. Я вижу, что уже кипит. Вода закипает, она закипает мгновенно, поэтому она уже, закипела. Минуты, 11 секунд и литр кипятка готов. Да, литр кипятка готов. Тут есть дырочки, можно заварить прям в нем. И чтобы чинки не проходили, можно вот по центральной дырочке есть, я говорю, много всяких приблудиков. Кофе-пресс, я кофе в лесу готовлю. Беру не растворимый, а молотый кофе. Засыпал, сварил, аромат. Убираем вот эту кастрюльку, родную кастрюльку. Можно поставить вот такую штуковину. Она тоже идет в комплекте, тоже продается. Вот. И сюда можно поставить, не знаю, баночку тушенки разогреть. Или вот есть вот такие хитрые кастрюльки складные. Объем 2,8 литра. Поставил кастрюльку, налил воды, засыпал пельменей. Можно поставить все, что угодно, хоть ведро с водой. Она все это выдержит. А плюс от JetBell, еще раз повторюсь, что вот это все убирается вот сюда вот, в эту кастрюлю, и с собой очень компактно возить, носить. Костер в настоящее время никто, конечно, от костра не отказывается. Костер – это уют, это тепло, это песни под гитару, посиделки и так далее. А пищу очень легко и очень спокойно можно приготовить вот на таком газовом оборудовании. Всем рекомендую. По крайней мере, не нужно делать какое-то там костровище, где-то разводить. Это тоже определенный ритуал. Достал, быстренько вскипятил, поел. Очень удобно, я всем советую. Несмотря на не самую удачную погоду, мы все равно считаем, что нам повезло подняться на Масим в таких условиях. Летом здесь можно погулять и подольше, но сейчас холодно, да и у нас просто нет времени. Впереди еще ждут другие легенды. Спуск по хорошо проторенной дорожке оказался намного проще и быстрее подъема, и уже через пару часов мы двигались к новым приключениям. Вот так, путешествуя по следам одной башкирской легенды, мы невольно стали участниками другой – Акман-Такман. Это слово хорошо известно всем башкирам. Речь идет о мартовских сильных снегопадах, когда природа словно сходит с ума. В течение считанных часов погода может измениться от яркого солнца до пурги, метели, бурана. Сегодня с нами было такое несколько раз, и сейчас погода вроде бы немного налаживается. Мы едем в Капову пещеру. Оставайтесь с нами, ведь самое интересное ждет за порогом. –